Сложно поверить в то, что актрисе Екатерине Климовой 43 года и у нее четверо детей. Многодетной маме удается поддерживать свою фигуру в отличной форме с помощью акваэробики и бассейна. Также звезда следит за питанием, отказывается от сладкого и мучного. Основу ее рациона составляют каши, орехи, фрукты и рыба. Катерина – частый гость у косметологов. По ее мнению, важно правильно увлажнять кожу. Актриса рассуждает так. «Мне кажется, что хорошие, качественные средства по уходу должны быть у каждого. С приходом весны начинаю пользоваться кремом от загара, а зимой всегда ношу питательный, ведь зимой кожа сильно сохнет, все нужно делать с умом». Иконе стиля актрисе Ренате Литвиновой 54 года. К своему внешнему виду звезда очень требовательна. Чтобы держать себя в форме, Рената регулярно тренируется и занимается бегом. Также актриса тщательно ухаживает за лицом, уделяет должное внимание очищению и увлажнению кожи. Любит использовать патчи, тканевые маски, термальную воду, посещает криосауну. Рената – постоянный клиент косметолога, а вот к пластическим операциям звезда относится скептически. Она предпочитает избегать кардинальных изменений внешности и резких омоложений. Актриса убеждена в следующем. Внешность – это всегда усилие, а уж если тратиться, то я предпочту заплатить косметологу, чем купить платье. Я делаю все современные аппаратные процедуры, но не пластические операции. Актриса сериалов Анна Снаткина тоже против пластики. Однако кабинет косметолога 38-летняя звезда посещает регулярно. Также она внимательно следит за фигурой. При росте 168 см Анна весит 52 кг. В отличной форме ей помогают оставаться занятия аэробикой и гимнастикой, а также консультация диетолога. Ко всему прочему, чтобы выглядеть моложе своих лет, Снаткина делает легкий, неперегруженный макияж. Он добавляет образу свежести и сияния. Бывшей жене Сергея Безрукова, актрисе Ирине Безруковой 56 лет. Звезда не скрывает, что пользуется аппаратными процедурами по омоложению. Помимо этого, Ирина любит принимать ванны с аромамаслами, активно использует гидрогелевые и тканевые маски с секретом улитки или золотом. В ее косметичке есть средства, без которых она не может обойтись и дня. Это гигиеническая помада, крем для рук, средство от пигментных пятен и защита от солнца. Ставь лайк, если понравилось видео, и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.